Нина Беляева – коренная химчанка. Работает учителем иностранных языков в гимназии номер 4. В профессию пришла не случайно. Это моя первая учительница английского языка. На выпускном вечере она с меня взяла обещание, что я получу высшее образование и вернусь работать в родную школу. Так и случилось. Сейчас я преподаю в ее кабинете. Много лет мы с ней работали рядом. Сейчас она ушла на заслуженный отдых на пенсию. В этой же гимназии учился отец, муж и дети Ирины Беляевой. Семейная династия закончила одно учебное заведение. Но работы учителем для Ирины было мало. Она хотела быть нужной не только для детей, но и для всего города. Всю свою жизнь я стремилась быть полезной своему родному городу. Поэтому всегда хотела принимать активное участие во всех его мероприятиях. Придя на работу в гимназию, я вместе с коллегами вступила в партию «Единая Россия» и во время пандемии начала активную партийную деятельность. Я оказывала помощь жителям городского округа, выполняла добровольческие заявки. Когда бушевал ковид, Ирина разносила продукты пенсионерам, помогала выносить мусор, оказывала другую посильную помощь. Когда она поняла, что многим пожилым людям не хватает простого общения, и они хотят поделиться воспоминаниями о военной молодости. Именно так и зародился проект виртуального музея. Виртуальный музей – это глобальный проект. Он содержит в себе информацию о роли нашего города в Великой Отечественной войне, о том, как работали предприятия, о том, что пережили люди. Для меня, конечно, самым интересным разделом является раздел «Живые голоса». Я являюсь добровольцем этого раздела. Я взяла больше 30 интервью у ветеранов нашего городского округа, где они поделились со мной впечатлениями и своими воспоминаниями. Еще одна инициатива, которую активно продвигает Ирина, это реконструкция бассейна «Родина». Дело в том, что чаша бассейна треснула, и он пришел в негодность. А на реконструкцию сооружения нужны большие ресурсы. Ирина вместе с другими активистами движения взяла этот вопрос под свой контроль. Там занимаются много детей совершенно бесплатно. Туда же ходила моя дочь, получила 3-й юношеский разряд. Сейчас она, как и другие наши детки, вынуждена заниматься в менее удобной локации, до туда долго добираться. Поэтому я думаю, что мы все с нетерпением ждем, когда наш любимый бассейн будет отремонтирован. Критиковать, ничего не предлагая взамен, это не про Ирину Беляеву. Быть деятельной, активно менять жизнь, к лучшему вести диалог с властью. Вот принципы, на которых химкинский педагог решила построить свою общественную деятельность. Ирина вступила в движение «Химки. Интересно жить» с первого дня его основания и убедилась, что технология продвижения социальных инициатив реально работает. Сначала посещала мастер-классы, с которых и начинался проект. Потом стала спикером и модератором. В пандемию, когда проект перешел в онлайн-формат, Ирина стала записывать свои мастер-классы как специалист. Я уверена, что хорошее притягивает хорошее. И если мы не будем ждать, что кто-то сделает за нас, а сможем все вместе объединиться в рамках нашего движения общественной поддержки, мы сможем не только предлагать, но и помогать реализовывать нужные нам инициативы. Посмотреть все инициативы химчан и проголосовать за лучшие можно на сайте hish.online. Те предложения, которые наберут больше всего голосов, будут реализованы в первую очередь. По сути, лидеры движения общественной поддержки работают для того, чтобы были услышаны все горожане. Никто не остался без внимания. Нина Бережная, Александр Гузаев, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.